На озере, которое находится в самой деревне, я обнаружил двух лебедей-шипунов. Вот они. Скорее всего, это постоянная пара. И, видимо, где-то здесь, ну или, может быть, на каком-то соседнем озерце, они загнездятся, если уже они не сделали свое гнездо. Лебеди – одни из немногих птиц, которые образуют постоянную пару на всю жизнь. Так что, если самец или самка исчезнет, уже пары не будет. И, соответственно, потомства уже тоже не будет. Ну вот, надеюсь, что от этих двух лебедей, шипунов, появится потомство. Может быть, повезет, я найду ихнее гнездо. Вот смотрите, какая парочка прекрасная. Попробую подойти ближе. Подошел ближе, и они подпускают. Удивительно. Обычно такого не происходит. Обычно они разлетаются. А тут, ну, может быть, то, что в деревне, и они привыкли к людям. Интересно, попробую еще ближе. Вот это озеро, совсем небольшое озеро, даже озером-то назвать его сложно, так какая-то большая лужа, но тем не менее вот там вот, сейчас я приближу, вот там эта парочка лебедей, я не знаю, видно ли на этот широкоугольный объектив, но они там есть. Плохо видно их. Вон там они пасутся прямо посередине. Ну что, буду продолжать наблюдение. Если они поселятся где-то здесь, в прибрежных тростниках, то здорово. Возможно, отыщу гнездо и поснимаю их с птенцами. Вот так.